Сегодня памятный день, 23 ноября. Декабря, дурак! Декабря, дурак. Мама, Маринка сегодня немножко рожает. И не просто рожает, а рожает сразу двойню. Ой! Ой! Снимай! Снимай! Да, я сам сниму. Мне плохо. С днем рождения! Да! Чемпионский уровень! Собака! Собака! Собака будет моя! Они же мертвые. Мертвые, они золотые. Алло, Олег Львович, банк знает, что я гарант сделки. Да, Ленок? Да будут гости, конечно, обязательно. Но... Давай договоримся. То, что завтра все будет по-другому. И подарок нам ваш не нужен, ясно? Да заберите его! Заберите его! Заберите его! Папа? Мама? Какая тебе мама? Какой тебе папа? Значит так, дети, план таков. Сейчас мы едем в школу, вы нас там по-быстрому отмазали. Куда прешь, кошка драная? Эй, чучундра! Здорово, мужики! Здрасте. Ты это я. Даже не здороваешься? Скажи, что я помню. Ага, папа помнит. Мама тоже. Тетя Лен, Дед Мороз настоящий! Тети тоже хотят покатать. Чего ты, че, обалдел? Знаменитый камень оказался подделкой. Это стекло, понимаешь? Меня надули, кинули, отставили с носом. А кто? Сейчас я тебе объясню. Дети исчезли. Закурить ни у кого не найдется. А ты водить-то умеешь? Бежаешь, Светка, я гоняюсь на 10-м чемпионском уровне. Вижу, вижу, вижу. Марина, просто скучно. Да нет, она хорошая. Но телек, правда, запрещает смотреть. Волосы заставляет расчесывать. Уши чистить и зубы два раза. Голубев, ты как себя чувствуешь? После вчерашнего не очень. У вас нет таблетки аспирина?